Здравствуйте! Представляю вашему вниманию обзор новостей спорта. В Амкаре еще минус 4. Квартет арендованных игроков покидает пермский клуб. Напомню, в прошлом сезоне в составе нашей команды выступали Дмитрий Белоруков, Александр Рязанцев, Саид Изаталахи и Арон Аланары. Права на этих футболистов принадлежат, соответственно, «Динамо», «Зениту», «Ростову» и «ЦСКА». Напомню, ранее Амкар расстался с Александром Салугиным и Станиславом Прокофьевым. Закончились контракты, которые стороны решили не продлевать. Теперь о теннисе. Успешно преодолела квалификацию, но уступила в основной сетке. Уроженка Перми Марина Мельникова завершила выступление на турнире WTA в Страсбурге. Это соревнование на открытых грунтовых кортах. В 1/16 финала Мельникова уступила Люси Шафаржевой из Чехии. 2-6, 6-4, 3-6. За 2 часа 14 минут, что длился матч, наша спортсменка допустила 16 двойных ошибок. Отмечу, что сейчас Мельникова живет в Германии, в городе Марль, но выступает за нашу страну. И в завершение состязаниях, где соревнуются в меткости и собранности. Ижевск в этом году принимал Кубок Калашникова. Всероссийский турнир вместил в себя чемпионат и Кубок страны. Есть успехи у пермяков. В парном мужском зачете серебро взяли Кирилл Фадеев и Михаил Курицын. Они уступили только столичным игрокам Александру Акутову и Максиму Белову. В личном первенстве наград нет. Кирилл Фадеев и Валентина Васильева завершили выступление на стадии четвертьфинала, но выполнили норматив перворазрядников. На этом у меня все. Продолжайте следить за развитием спортивных событий вместе с телеканалом «Рифей».